Дополнение к эксперименту с плазмой косточки. Показываю конструкцию. Вот стакан. Вот эта штука для того, чтобы хвост косточки был опущен в воду. Остальное наверху. Вот какую-то плотную бумагу приспособила к какой-то упаковке. И она вот так она лежала в, еще плазмы кусочки остались в воде, то есть только хвостик подливала по мере засыхания, и также по мере застояния вниз оседал вот такой осадок, видите? Я думаю, это железо. Вот. Что там блестит? Это клеенка, наверное. Что-нибудь надо другое. Сейчас на черное поставлю. Так, на черное поставлю. И свет выключу, чтобы не отсвечивало. Теперь включу здесь. Включила сверху, но все равно отсвечивает. В общем, там что-то белое блестит, я не знаю, это может кусочки плазмы или это просто эффект такой. Не знаю. Вот. Ну, это, по-моему, блестит вот это белое. Сейчас я свет выключила, сделала такой локальный свет от фонарика смартфона. Вот белое вкрапление, это, наверное, плазма и есть. Плазма – это самая жизненная энергия, лечебная. То есть вы можете теперь... косточки, я не знаю, как другие косточки, но вот персик большая косточка, она 100% можно ее поставить в воду, вот так держать все время и при необходимости воспользоваться ее плазмой. Мне кажется, домашняя бесплатная аптека, полезная, безвредная, 100% эффект был мной подтвержден. Конечно, я это не фиксировала. Мне это как-то не надо. Кто хочет проверить, пускай проверяет. Я лично в этом убедилась, и моя дочка-скептик тоже убедилась.